Погнали. Тачка, конечно, грязная. Да, как и я. Так, что мы сейчас будем делать? Поедем, сгоняем по делам Медведково. И вечером снова к маме. Еще надо будет в онлайн-трейд заехать. Сейчас погода в Москве лучше, чем в Сочи. На удивление. В Сочи 10 градусов. По поводу вчерашней готовки. Хлебушек получился вкусный. Я вам чуть ранее показывал. Сделали бутербродики. Поэтому огонь. Господи, какие... Как он называется? Хорек? Да, хорек. Там девушка как собачку такую маленькую несла хорька на руке, типа он висел так прикольно. У меня была подружка Эля с хорьком домашним давно в детстве, но я больше не знаю людей, которые хорька себе заводят. Ну, я тоже. Я только шиншиллу видел. Я помню то, что когда он спал у моей подруги, я его могла просто вот так вот поднять, положить обратно на диван, он не просыпался. Я его щекотала, вот так вот крутила по дивану, он реально не просыпается. Пока он сам не захочет, я думала, он жив вообще или нет. Прикольные животные вообще. Сейчас время 11:36, а я уже спать хочу. Потому что я сегодня проснулся в 7. Да ладно, ты больше не спал с 7? Нет, не спал. Серьезно? Ты потом ложился. Я потом вышел на кухню, мы с мамкой заболтались. Где вечером-то ты вышел? Нет. Нет. Я пошел, пописал и все. Я в последнее время снимаю на Canon. Я хотел сказать, что я тут прикупил объективчик 11-22 мм. Вот такой. Очень классно, что теперь более широкий угол. И я включил стабилизацию. То есть картинка будет, ну, получше в плане тряски там и прочего-прочего. И в машине удобнее снимать. Смотри, мы теперь помещаемся. Ты обычно вот так вот сидишь, да. Вот так вот полубоком. Хотели погулять, но на улице такой ветер. Вообще, у меня аж уши отморозились, пока я там 5 минут на улице стоял. И ветрено будет до 6, а может быть и вообще весь день. Фиг его знает. Прокатимся, потом заедем в онлайн-трейд. Да. Накупили. Ну, дома все покажем. Почти все. Почти все. У нас опять секретики. Две Кати сейчас. Не знаю, какую снимать. Эту или эту? Какая лучше? Обе. Обе ничем. Я прикусила себе губу. Близняшки. Теперь кровь идет. Одну штуковину сразу, да, покажем? Да. Все, у Кати нет терпения. Дай покажу картинку. А то многие не понимают. Как это правильно называется, а? Плойка. Плойка. PlayStation обычно плойкой называют, знаешь? Да, знаю. А что тут ничего не написано на гарантийном талоне? А там все равно по чеку гарантия. А чек у тебя внутри. Что там еще? Что это? Это вот так вот. Чтобы не обжечься, что ли? Так вот держать, да. Прикольно. Нужно потрогать. Это плес, наверное, или что это? Да. Плиз. Интересно, хорошая, нет? Это и все? Что там в коробке? Да. Я думал, там еще какие-нибудь ништяки будут. Но теперь нет вот этого лайфхака, что ты берешь себе АВПшку и херачишь по центру и сбиваешь там, на рандом КТшников. А что вы записываете? Я почему записывать начала? Я ни хрена не понимаю. Вы там какие-то слова иностранные используете. Что это было? Я слышу, я да просто слух режет. Да это Counter-Strike, господи. Все, кто играет, знают прекрасно, о чем речь. Даст это карта, респаун, это где стартуют участники команды. Остальное я уже не помню, что говорил. Причем, знаешь, ты что-то говоришь, Саша, на каком-то иностранном. Я думала, сейчас скажет, ты дебил, что ты несешь. А он тебя поддерживает, отвечает. Так он потому что играет, он знает все это. Как знаете, я тебя помню про кутикулу. Кутикула, что это такое? Иногда, когда вы просто всякие женские штуки обсуждаете, у меня перепонки как будто так, хоп, и все закрывается. Ну, у нас такой небольшой улов в онлайн-трейде. Мы взяли вот такие формочки. Они изначально для капкейков, но будем использовать для хлеба, чтобы делать вот такие кругленькие булочки. Еще вот такую форму взяли.
То есть она прямоугольная. И какое-то средство для того, чтобы Катя, ну, предварительно прыскала, чтобы своей плойкой пользоваться. Ну, еще там одна штука, но это уже как бы лично. Ну, классно. Ну, покрутись. Ну, это первый раз. Потом получше будет. Ну, сама довольна? Легко? Да, да, классно. Ну, и потратила вообще на всего ничего. Ничего себе. Это краситель, что ли, добавила? Да, и мак. Нет, на то тесто вот, смотри. А, ты еще одну сделала? Да. Это, короче, для хлеба, а это я буду делать розовый хлебушек, но сладкий. Тут сахара много. Мак. Ну, типа булочки, да? Да, сладкие. Прикольно. Булочки. Прикольно. Вообще супер штука. Я думал, она будет стоять. Ну, один раз что-то сделаешь, и все. А тут прям тебе самое нравится так. Да. Ну что, рокер, готово? Да. Стоит пост, выкладывает. Кать, ну давай уже катайся. Только чтобы я видел тебя. Козел, выложил, блин, фотку, которая мне не нравится. Сам ты козел. Я знаю. Слышишь, что я сказал? Чтобы я видел тебя. За угол не заезжать. Быстро не гонять. Мама Андрея дала мне, блин, смотри, Вовку. Это я в духовку. Да. Мама дала мне вот такие перчатки строительные. Или для сада, огорода. Скорее всего, для сада, огорода. Все, строительство у нас уже давно закончилось. Будет удобно держать, и не тут резиновые, а тут будет тепло. Давай. Я не знаю, как это делать. Как тормозить, знаешь? Не, это раздолбал, Тёмик. Тут вообще все очень плохо. Да. Тебе просто надо вот ногу вот сюда вставить. Назад. Смотри. Да, да, да. На колесо? Да. Ну ты разгонись и поймешь принцип. А вот моя вторая машина. Если кто спрашивал, что с ней, все хорошо. Мама на ней гоняет. Очень торопился, смотри. Да. Плюх. Приблизь. Да и так все видно. Прикольно. На ощупь, кстати, очень даже. Смотри. Полотенце. А, вон, противно, цепляется прям кожа. Во, смотри, можешь мне покупать. 79 рублей всего. Угу. Не люблю черные носки. У меня вообще их нет. Ненавижу. Вообще ни одних. Вот и хорошо. Хотя говорят, что типа девушки белые носят, парни, ну я знаю, что черные. Мне настолько они противные. Мне вообще не нравятся черные носки. Максимум серые. Что, делают трюк или нет? Вот это трюк. Андрей! Сейчас вообще знаешь, что напишут? Yeah. Что ты в детство ударился. А что, на самокатах кто-то в детстве катается? Ну, походу. Я знаешь, сколько мужиков видел? А на электро и на моноколесах тоже. У тебя батарейка садится, Андрей. Ну, там половина еще. Нет, не половина. Одна? Где-то половина. Одна? Она мигает, смотри. Выехать до дома. Смотри, едет. Да едет же. Ну все, уже не хватает. Ну что, слушай, форма вообще огонь. Мне она очень понравилась, потому что здесь хлеб просто... Сейчас покажу. Вот, достается очень легко. Вот так вот выглядит. Ну, как из пекарни. Ну а с розовыми нашими плюшками будь что будет, они что-то не поднялись. Мне кажется, это либо из-за красителя, либо из-за мака. Хотя, хрен его знает. Я не знаю, почему они не поднялись. Я туда вбухала сначала такое же количество, как и в хлеб, в тот, ну, обычное тесто. Дрожжей столько же сюда закинула. Потом еще добавила, после того, как она не поднялась. И все равно что-то. Короче, не важно. Давай это, в духовочку и посмотрим. Может, они резко поднимутся? Да, может быть такое? Я в Телеграм хочу еще отправить, поэтому я запишу. Вот так вот, пока я готовлю хлебушек, булочки, Андрей решил... играть. А у меня пока готовятся булочки.
И молочком еще, да? Давай. Не страшно, только мягкий. Ну, готовый хлеб. Маслом еще намазать. Будешь кусать? Буду. Только подожди, да я отдалю немножко. Держи. Вкусно, вкусно. Довольна результатом? Да классно. Еще булочки сладкие. Булочку я сейчас попробую. Ой, она очень горячая. Давай я вытащу ее тебе. Да, надо, чтобы она немножко постояла. Хочешь, разрежу? Не, не надо. Давай посмотришь на разрез. Не, я хочу кусать ее. И ты сама все увидишь. Давай. Ну понятно, у меня выбора нет. Но я хочу посмотреть на разрез. Что там внутри? А что там внутри? Розовое. С маком. Класс? Угу. Ну давай. Половинка сейчас. Тебе, половинка мне. Сейчас мы снимем. Ну сладкий хлебушек. Ну вкус хлеба, то есть не печенье. Ну интересно. Ее мне тоже с маслом съел.